На просторах интернета можно встретить такой аргумент, как «я ж из Сибири». Ну, это почти как «я ж мать», знакомая велосипедистам, но сравнимо разве что по жестокости и по отсутствию логики. И люди приводят этот аргумент в самых разных контекстах. И в основном, конечно же, если мы говорим о доступности чего-либо. И в особенности это встречается в растительном питании. Люди говорят, я из Сибири, у меня яблоки стоят там 200 и больше рублей, и что мне вообще есть, и прочее, прочее. И меньше, наверное, встречается такой аргумент, как «я из Сибири, и поэтому у меня нет возможности кататься вообще ни на каком велосипеде, потому что здесь мы катаемся на медведях» или еще что-то такое. В любом случае, я хочу также жестоко ответить, но логика здесь будет присутствовать определенно. Я уже ответил так, Акмарал, она не совсем как-то адекватно, на мой взгляд, восприняла этот совет. То есть, если тебя не устраивает место, в котором ты живешь, доступности различных вещей, которые могут улучшить качество твоей жизни и поставить все это на действительно новый уровень кайфа получения от жизни, то почему ты до сих пор живешь там, где ты живешь? Почему ты не рассматриваешь все доступные варианты, чтобы переехать, будь то поступление в университет, будь то поиск работы в других городах и странах, повышение квалификации, конечно же. Посмотрите последнее видео, помощь студентам, например, по iPad и прочее, как лучше, на мой взгляд, эффективнее, организованнее процесс учебы представить на каждодневной основе, набрала не очень много просмотров, то есть, я не знаю, люди интересуются вообще учебой среди моих подписчиков, мне было интересно, я поэтому и спросил вас в видео, кто на кого учится, кто что использует для учебы, ни ответа, ни привета, то есть мало популярности, мало людей подключилось, видимо, которые учатся, либо просто не захотели, конечно, прокомментировать. Это, конечно же, их право, но из сотен людей, чтобы практически ни одного комментария по теме вот именно этой не было, ну, это, наверное, все-таки знаково. И, не знаю, если вы не учитесь, если вы не боретесь за новые перспективы того, чтобы уехать нафиг, оттуда, где вас что-то не устраивает, что-то радикально не устраивает, то почему делать это оправданием? Почему говорить, что я вот здесь живу, и поэтому вот так мне все плохо? Нет, не поэтому. Потому что ты ни хрена не делаешь, чтобы переехать из места, в котором тебе плохо. Или маленький процент, наверное, еще меньший процент людей, которые живут в дерьмовом месте, жалуются на дерьмовое место, будут продолжать там жить, но на протесты не ходят, как-то политически активно себя не проявляют. И да в чем смысл вообще? Если ты хочешь в интернете, конечно, самоутверждение найти, то мой канал – это, наверное, последнее пристанище для тех людей, которые хоть в чем-то хотели самоутвердиться. И я, в принципе, не поклонник такого, я поклонник конструктивного диалога. И, конечно же, буду рад, как и в любом видео, в комментариях этому разговору. Но сегодня я хотел рассказать, окей, параллель с велосипедами, я думаю, понятно. Если ты смотришь мой канал, тебе нравятся шоссейники, смотреть на них и прочее, то, конечно же, рассмотри вариант переезда куда-нибудь или заработка больше денег, чтобы позволить себе все это. Я прекрасно знаю, что предложение «зарабатывай больше», ну, звучит, ну, очень жестко и иной раз отстраненно от реальности, что ли. В любом случае жестко, остановимся на жестко, потому что все возможно на самом деле. Но все равно, если ты что-то делаешь, чтобы заработать больше как-то в будущем и прочее, то здорово, отлично.
у тебя перед собой никаких нету долгов и отмазок и прочего. Если ты хочешь зарабатывать больше, и ты что-то сейчас делаешь для этого, то, ну, ты все правильно делаешь, делай дальше. Каждый день, 100%, засахаривайся, делай каждый день, делай все, чтобы шагать дальше к своей цели. Если ты, однако, хочешь больше зарабатывать, но ни хрена не делаешь, то, я думаю, комментировать это не имеет смысла. Я понимаю, ребята, что 1000 евро, это здесь, в Германии, это бюджетный шоссейник, и его может буквально себе, наверное, каждый позволить. Если так разобраться, но если это не твой случай, повышай квалификацию, изучай новые языки, если ты молодой. Опять-таки, статистика на YouTube показывает, что ты молодой. Ну, в большинстве, конечно же, в среднем. И, конечно, есть разные судьбы, люди учатся, получают квалификацию, бла-бла, в итоге ставят на место того, кто оказался мужем дочки или там другом мужа дочки и так далее. Кумовство процветает в помойке Путина, конечно же, я понимаю это. Но что делать тогда тому, кто обделен связями или не хочет участвовать в коррупционной системе и прочее, что делать такому человеку? Делать дальше. Что тебе еще остается? Что тебе еще остается? И это в любом случае. Я тоже делаю дальше. Я не знаю, я живу в экономике первого мира, с зарплатой третьего мира или что-то такое. Но завершая видео, параллель с велосипедами уже была, растительное питание в Сибири, бла-бла-бла, возможно или нет, и что вообще жрать, давайте посмотрим сейчас. Так, у нас имеется здесь салат, люди едят салат, да, можете мне не рассказывать, в Сибири тоже едят салат, можно есть салат, обязательно ли есть салат, нет, не обязательно, но если ты можешь себе позволить, самое дешевое, мы тоже, ребята, у нас перца, вы, наверное, перец очень редко у меня увидите, потому что он стоит 8 чертовых евро за килограмм. Я почти столько, может, в 2 раза больше получаю в час. Серьезно, чтобы работать на килограмм перца. Нет, конечно же, я такое не покупаю. И здесь у нас горошек, свекла, авокадо и зелень. Камила опять-таки в предложении взяла огурец и прочее. Дальше. Ребята из Сибири, вы же... Сибирь это в России или нет? Или китайцы захватили, или что? Если до сих пор в России, то, скорее всего, там есть картошка, или? Картошка имеется. Все, наполовинку порезали. Что мы дальше будем делать потом? Запекать все. Запекать, немножко приправлять. И с соусом. Соусы очень дешевые. Там грузинские всякие есть, кемали. Другие кетчупы есть просто. Просто топ-материал. Пожалуйста, это очень просто и легко, серьезно. И люди едят продукты животного происхождения, вот с всякими картошками, с макаронами и прочее, и потом думают, блин, а что мне есть по вегану? Ёлки-палки, все то же самое, что ты ел до этого, только без продуктов животного происхождения. Серьезно, это очень просто. И порции желательно увеличить, если ты хочешь, опять-таки, чего-то достичь в этой жизни, если ты хочешь производительность твою на качественно новый уровень вывести и, в принципе, иметь шансы своей цели добиться. И для этого, конечно же, нужна тонна энергии. Серьезно, ребята. Поэтому засахарься, go vegan, то-то.